Всем привет! Сегодня новый влог. Мы вообще собирались, да, на второй день на свадьбу. И тут нам позвонили и сказали, что везут мультиварку нашу новую. Она кукла, уходи. Вот, но откроем ее попозже. Она такая красивая. Вот, и наша уже мультиварка. За несколько лет работы постоянной пришла в негодность, поэтому какая она красивая. В общем, будем открывать потом. Надо Эми посмотреть, конечно же. Да? Ну. Смотри. Все, посмотрели, поехали теперь на заму. Все, закрывай. Эми, нюхай цветочки, понюхай цветочки. Эми, где цветочки? Бери, не бойся. Бери. У нас, конечно, тепло, но я одела вот этот вот сарафан и сильно очень ветер, что я пожалела, что я это сделала. Вот. Очень сильно его раздувает, поэтому приходится вот так вот ходить. Вот. Мы уже скушали очень вкусный супчик, прям вообще замечательно. Замечательно. С мамалигой. И сейчас идем в Альфа-Сити шоппинг-молл называется. Уже сказали, что здесь нечего искать, но пойдем проверим сами. Нам надо купить подарок нашей крестнице. Скользкие ступени нас встречают. И вот такой вот Альфа-Сити. Мы аж растерялись, куда нам тут идти, потому что прям так много магазинов, что не знаешь, куда посмотреть. Да. Половина, как обычно, всего закрыта, зато есть для проверки зрения. А вот здесь понятно. Да, тишина. Никого нет, кроме нас, по-моему, здесь. Ассортимент магазина, конечно, впечатляет. Прям выбор. Зашли, не знали, что выбрать, столько всего. Ну вот так у нас открываются магазины, вот зачем они вообще открываются, непонятно, конечно. Вообще мол, даже написано мол, да, такое название, и там такие магазины. Кацаняй. Оно. Первый раз приготовила в мультиварке вот такие рисовые хлопья для Эмилии. Здесь добавила немного молока и воды. Вот. И, как видите, ничего абсолютно не прилипло. Все отлично. Вот такая у нас вкусная кашка получилась. И вот такой очень простой, но очень вкусный суп-крем из чечевицы у меня получился. Я сделала и для себя, и для Эмилии. Просто для себя добавляю соль, для Эмилии нет. Но даже без соли он очень вкусный. Значит, что мне понравилось в этой мультиварке, то что мега-мега супер удобная вещь, это вот такая емкость для замачивания специально. Если раньше я все забывала на ночь, да, надо 12 часов замачивать чечевицу, либо фасоль, либо какие-то злаковые, да, там, ну, очень-очень много всего, что надо замачивать, да, предварительно, чем готовить. Так вот, эта емкость сокращает в 10 раз вот это самое замачивание, и для меня это очень удобно, потому что обычно вечером я забываю поставить на замачивание и потом думаю, ну ладно, завтра, потом послезавтра. Вот это, конечно, супер. В общем, мы вчера так и не попали никуда, потому что после забы мы приехали домой, я Эмилию начала кормить, потому что она попросила, и она заснула. В общем, все эти гулянки — это хорошо, но потом несколько дней надо отсыпаться, так как здесь принято все абсолютно гуляния здесь ночью проводятся. Да? Эми, расскажи что-нибудь нам. И, в общем, она вчера проспала где-то
да, от 10 до 10:30. Потом проснулась и, ну, недолго она, правда, так пободрствовала, да, поиграли мы немножко и все, и заснули, и сегодня до 10 спали. Вот, поэтому сегодня надо наверстать упущенное. Сейчас едем за подарком нашей крестницы, тех, кого мы крестили, как бы стараемся не забывать, да, все время, хотя бы на дни рождения, да, но мы гораздо чаще с ними встречаемся, но я имею в виду, что хотя бы поздравлять со всеми вот этими самыми главными, да, праздниками, там, Новый год, вот девочка пошла в школу, сейчас мы тоже так поздравили ее, да, ну, все такие важные даты в жизни стараемся не забывать, хоть у нас достаточно много крестников. Сегодня такой теплый, спокойный день вообще, на удовольствие гулять. Я смотрю, многие люди на террасах сейчас просят. То, что вот вечер, наверное, градусов под 30, наверное, ну прям так ветра нет, вот как вчера, например, когда я снимала, блин, был очень сильный ветер. Сегодня ветра нет, тепло, хорошо. Накупили всем игрушек. И сейчас, мне понравилась эта Барби, у нее такое лицо красивое. Дальше у нас сегодня у нашей крестной, у ее девочки 2 месяца. Мы ей тоже подарочек купили. Такую собачку. Да, Лина? И это нашему крестнику тоже купили машинку небольшую. А мы идем вот в такой магазин крафти называется. В общем, я когда сама туда захожу, то что меня сейчас не трогать. Потому что там столько всего интересного. И хендмейд, да, что-то делать. И всяких книжечек, в общем, канцелярии, очень много всего интересного. Сейчас идем точно посмотрим. И вот такой чудесный наборчик получился Барби. И вот такую Барби взяла. Как раз для нее сейчас то, что надо. Здесь можно и порисовать, и наклеечки есть, и даже написать. Вот. Сейчас покажу, есть пропись. Вот, смотрите, как здорово. Вот такие фломастеры сказали, что хорошие. И это для Эми тетрадочку, чтобы она рисовала. На, держи. Что еще? На, хочешь это посмотреть? Давай мне тогда тетрадочку. Вот, держи, смотри. Что ты хочешь? Держи. Барби. Скажи, Барби. Барби. Молодец. Алина, спать, на пас. Не треба педавид кунцапе таку. Не треба педавид. Сегодня я еду в прямой эфир на журнал ТВ, но до этого я успела приготовить для Эмилии такие вот кексы. Они божественно вкусные, вот честно, даже мы с мужем уже половину съели, потому что было очень много теста, и я сделала на всех, не добавляла абсолютно сахар, но здесь банан и малина, и они такие кисло-сладенькие получились, просто супер. Вот такая моя красотка, идем мы сейчас на журнал ТВ в прямой эфир. Я уже посмотрела превью про себя, но мы еще долго никак не выйдем. Я надеюсь, что успеем. Да, Эми? У нас тепло, хорошо сегодня. Можно без колготочек. Привет, мы едем сейчас на журнал ТВ. Да, Эми? Будем в прямом эфире через где-то полчасика, час. Мы приехали, нашли где-то. Ну вот и все, быстро пролетели 15 минут. Эми, как всегда, у нас с едой. Вот я все время беру ей всякие закусочки, да, в виде вот таких вот
специально делаю, когда куда-нибудь выезжаем, потому что сейчас мы едем еще к нашей крестной, ее девочке 2 месяца, и вот мы вчера покупали ей такую маленькую игрушечку, все равно мелочь, а приятно. И там был единственный момент, то что не тот репортаж, который мы сделали до этого, мы снимали несколько дней назад репортаж дома у нас, вот, и они его не очень отредактировали, вот, ну ничего страшного, бывает. Браво! Знаю, что вы это очень любите, поэтому давайте разбирать снова покупки. Вот здесь я уже выложила такие 3 упаковки шпината, потому что он у нас очень редко где находится, поэтому я беру всегда побольше и замораживаю его. Так, с чего начнем? Давайте, наверное, начнем с вот этого сиропа. Это кленовый сироп для выпечки для Эмили, потому что я и сахар не добавляю. Но если понемногу добавлять вот этого, он очень полезный, во-первых. Во-вторых, он подходит для деток, поэтому буду вот добавлять именно его по чуть-чуть. Дальше мой завтрак и завтрак мужа. Я вообще вот эти хлопья не очень люблю. Муж пробует постоянно разные, просто покупает, ему нравится с молоком. Вот. А я люблю вот этот именно Fruits Fitness. И в новой упаковке я еще не покупала, потому что обычно то кашки ела, но тут мне захотелось. Вот, поэтому буду есть вот это. Вот эти очень вкусные сушки, прям и мне они нравятся, и Эмили иногда понемногу тоже. Я даю знать, что обычно я такую домашнюю выпечку. Вот, но эти, когда ничего нет, в принципе, погрызть могу ей дать в качестве перекуса. Представляете, все лето не было у нас комаров, и тут оп, они откуда-то появились. Но я понимаю, откуда, потому что было тепло, тут резко похолодало, и они все решили к нам в дом перебраться. Ну, не только к нам, в наши дома, я имею в виду. Вот, и покусали немного Эмили. Вот, значит... И, как всегда, наш самый-самый любимый порошок. Закупили молочного всего, продлакта, как всегда, для абсолютно всего, для Эмилии. Я использую 3,5% жирности. Знаете, что для детей, вот если йогурт, то 10% жирности. Если молоко, 3,5%. Самые жирные продукты. Если масло, вот такое я для Эми тоже покупаю. Но я имею в виду в кашке добавляю, там не в чистом виде, естественно же. 82%. То есть все самое-самое жирное. Вот это я беру для выпечек. Иногда могу просто ей его давать, да, если она хочет йогурт. Дальше рикотту взяла, латарелла и моцареллу тоже этой же марки, самые вкусные. Уже много всего перепробовали, вот по вашему совету я открыла для себя именно эту марку, прям очень-очень вкусная. Значит, вот такие йогурты, это для мужа, это для меня. И вот такой мы тоже любим плавленый сыр. Я вообще плавленый сыр, кроме вот этого, больше никакой не ем, а этот иногда можно с тостиком. И вот такой творожок, здесь по 100 грамм. Вот это наша кухня, как называется, детская кухня, по-моему, или как это так называется. Раньше не было в продаже, сейчас она появилась. Очень удобно, потому что не надо ехать аж туда, заказывать, можно в любом супермаркете. Ну, практически в любом купить. Доктор Откер я всегда беру ванильный сахар, разрыхлитель и вот такую ванильную эссенцию. Муку для Эми я тоже всегда беру только вот такую, 550-й тип, которая для большинства подходит, кроме хлеба, по-моему. Дальше, вот это была по скидке, так она стоит 100 с чем-то, сейчас в номере 1 она стоит 91, поэтому дела у меня как раз заканчивается. Кокосовую стружку на этот раз решила вот такой марки попробовать, потому что предыдущая мне как-то не очень понравилась. И вот абсолютно всегда в номере 1 я покупаю именно цветную капусту и брокколи, потому что действительно такой насыщенный зеленый без желтого цвет. Дальше праж. Это у нас корень петрушки. Еще вот такое взяла. Это очищенная морковочка, попробую, если она сладкая. Ананас мы также решили взять. И здесь инструкция по чистке ананаса. Вот. И бананы. Вот, в принципе, все наши сегодняшние покупки. Что ест Эми? Ананас. Да, ананас.
Нет, то были еще не все покупки, потому что мы еще немного Эмилии купили. Вот такой вот стульчик. Мы вообще хотим заказать креселка, потому что она обожает стульчики, креселки. Вот. Но пока нам его сделают, пока мы его заберем, в общем, решили пока что взять вот такой самый обычный. И вот такой вот мячик она сама выбрала, попросила.